Ну, в твоих чувствах это же не верю. В моих чувствах? Каким чувствам? Ты вот ты сейчас немножечко меня разочаровываешь. Честно. Вот реально разочаровываешь. Наверное, я думаю со своей колокольни. Ты меня разочаровываешь, потому что у меня первая ассоциация была, что ты мудрая женщина, уже сформированная. И сейчас мне компостировать мозги через 3 дня. Не компостируйте. Нет, ты говоришь, что для тебя это там, говоришь, как так можно себя вести? У нас с тобой ничего не было. У нас реально... Снимаешь ответственность. На таком этапе, на пару дней, я не отказываюсь от своей симпатии к тебе, о том, что мне с тобой легко, что ты мне нравишься. Делаешь это на зло?